Всех приветствую на своем канале, кто меня смотрит. Вот хочу показать глоксинии. Здесь они у меня стоят на втором цветении. Я запускала на второе цветение. И вот что вам хочу показать. Вот эта тальяночка, у нее второе цветение. Вот один еще нормальный бутон, а второй хочу показать. Не знаю, абракадабра какая-то раскрылась. Вот что с ним такое. Но это второе цветение у него. Всегда бывает первое еще попышнее такое, а второй уже поскуднее, и какой-то дефект вышел. Вот такой он получился. Так, еще хочу показать. Вот у меня здесь мелких, вон сколько открылось. Тоже мелкие какие получились. Это на втором цветении они. Это вот крупненькие стоят. Это первое цветение, у нее еще крупненькие они стоят. Вот мелочь получилась тоже. Сейчас покажу. Тоже мелкие какие. Вот мелкие бутончики. Хотя и бутонов там много. Все-таки второе цветение получается похуже, конечно. Вот. Здесь я клубенек не убирала, оставила в этом же горшке. Там уже, считай, корни-то были. И я его потихоньку все равно понемножку поливала удобрением с каждым поливом. Я вот если там развожу, там или крепыш, или бочка, слабенький раствор делаю и поливаю с каждым поливом. А сейчас вот для цветения у меня агрикола для цветущих. Я тоже развожу слабенький раствор, прям как чайный цвет заварки. И поливаю с каждым поливом. Вот. Так, здесь у меня вот это сеянцы. Это вот у них первое цветение вот у этих. А на подоконнике еще стоят, они еще не раскрылись. Вот, это первые сеянцы. Так, ну а здесь моя белая глоксиния, как всегда она, самые пышные. А вот здесь я, посмотрите, у меня горшочек 500 миллилитров, девяточка. И у меня осталось два ростка, я не убрала. Вот, один росток уже сильно распустился сейчас. Ну и второй вот тут с бутончиками стоит. Это как... как два ростка, да? Или сейчас посмотрю. С одного клубенька они у меня росли. Я его не отрезала. Ну и вот этот вот все равно крупненько распустился. А тот так, все равно распустится, конечно. В общем, вот даже точно и в маленьком горшочке, вот эта девяточка, которую я даже фиалки сажаю, тоже вот раскрылся хорошо. Так... Сейчас покажу. Это красный колокол. Вот этот красный колокол я показывала. Мы сажали. Я сажала его клубнем. Ну вот он сейчас будет раскрываться. Все равно он красивый. И вот это я тоже показывала. Я там отрезала с клубня и сажала. Это вот 13 января. Что вот этот я сажала 13-го. Что этот 13-го. Вот эти все 13 января я сажала. Вот тоже сколько бутонов тут. Я показывала, у меня видео там такое есть. Вон сколько бутонов много. И листики крупные. Здесь вот сколько бутонов заложила. Вон сколько бутончиков. Вот так же я их поливаю с каждым поливом. Так, еще что хотела показать вам. Ну и вот все вроде бы. Но я хотела сказать, что вот с ней что, абракадабра такая. И те мелкие, все-таки второе цветение, все-таки мелкое. И заказала я много красивых сортов. Очень много красивых. Так что у меня тоже будет изобилие. Все, спасибо, всем всего доброго. Пока-пока.